Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив Краснопресненского трамвайного депо. Трамвай следует по маршруту номер 28 до конечной остановки станции метро «Сокол». Желаем вам приятной поездки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Маршала Тухачевского. Внимание, трамвай начинает движение. В избежании падения держитесь за поручни. Улица Маршала Тухачевского. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Бассейн. Улица Паршина. Уважаемые пассажиры, в этом трамвае нет турникетов. Оплачивайте свой проезд с помощью валидаторов, расположенных у каждой двери. Напоминаем, что социальные карты также подлежат валидации. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Улица Паршина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Рогова, стадион Октябрь. Уважаемые пассажиры, напоминаю, что в избежании травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Жила, до сих пор с сыновами, где-то жила.
Розово. Стабило на октябрь. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Живописная, дом 50. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданный выход из застоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Осторожно, двери открываются. Следующая остановка. Детская поликлиника. ГУК МОЗ Горгран приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессии. Водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Специальные пакеты. Любой проезд на городском пассажирском транспорте, низкий график, работа в районе места жительства, возможно, обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8 495 940 40. Может, какие ремарки, Это сцена, детская поликлиника. Меня
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Станция метро Щукинская. Уважаемые пассажиры, открытие каждой двери для высадки пассажиров производится только по требованию пассажиров. После подачи сигнала водителю кнопкой звонка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Остановка работает в режиме по требованию. Остановка производится только при наличии пассажира на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажира. Просим вас заранее готовиться к выходу из трамвая. В режиме по требованию. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Покровская, Стрешнева. По требованию. Остановка производится только при наличии пассажиров на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажира. Просим вас заранее готовиться к выходу из трамвая.
Покровская, Стрешнева. По требованию. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Академика Курчатова. Уважаемые пассажиры, открытие каждой двери для высадки пассажиров производится только по требованию пассажиров. После подачи сигнала водителю кнопкой звонка. Сейчас, смотри, я Академика Курчатова. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Переходная улица. Уважаемые москвичи и гости столицы, Государственная противопожарная служба города Москвы напоминает вам о том, что пожар легче предупредить, чем потушить. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту и на производстве. Помните, что в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 01. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Панфилова. Уважаемые пассажиры, оплачивайте свой проезд. На линии работает контроль. Снимаешь, но не здесь. Когда снимаешь, она уже... Когда снимаешь баллы, она просто снимается с...
улице Панфилова. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Пищевой институт. Строгановская академия. Уважаемые пассажиры, напоминаю вам о необходимости бережно относиться к подвижному составу. В салоне трамвая ведется видеонаблюдение. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Гидропроект. Уважаемые пассажиры, не забывайте оплачивать свой проезд. На линии работает контроль. Штраф за безбилетный проезд 1000 рублей. Штраф за неправомерное использование социальных карт 2500 рублей. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Станция метро «Сокол», конечная. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. А он-то при чем? Не его же максимум.